Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о первой части периода успеха. Еще одно слово, которое в этот период выходит на первый план, это слово сосредоточенность. Опять же, мы впервые сталкиваемся с необходимостью того, что везде и во всем успеха нам никак не достичь. И нужно сосредоточиться на чем-то одном или двух вещах. Как правило, среднестатистический мужчина к 35 годам сосредотачивается на двух вещах. Первое – это его карьера, это его работа, и второе – это его семья. Если вы заметите, или, может, уже обратили внимание, те люди, у которых нет семьи, они более успешны в карьере. Будем говорить, они жертвуют семьей ради карьеры. Но среднестатистический человек, у него есть два вектора его сосредоточенности. Это его работа и это его семья. Верующий человек имеет третью цель в жизни, третью сосредоточенность, это его служение. Но суть в том, что в этот период мы понимаем очень четко, понимаем, что мы не сможем сделать все. Нам придется от чего-то отказываться, нам придется что-то оставить за бортом наших устремлений и сосредоточиться только на самых важных, самых главных вещах нашей жизни. И здесь нужно будет очень крепко думать, очень много взвешивать, много советоваться и принимать правильные решения, не торопясь.